Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Обратитесь к своему ангелу-хранителю и защитите себя от своих врагов. В сегодняшнем видео и все узнаете. Пожалуй, любому человеку знакомо состояние энергетического истощения. Основными признаками считаются непреходящая усталость, депрессивность, трудность концентрации внимания, плохой аппетит и неважный внешний вид. В таком состоянии очень легко столкнуться с нежелательными воздействиями негативных темных людей. Слабая энергетика позволяет другим людям забирать остатки ваших сил, отчего вам становится только хуже день ото дня. Лечится энергетическое истощение правильным питанием, умеренным спортом и устранением источников стресса. Но кроме того, не менее важно заручиться поддержкой ангела-хранителя и поставить магическую защиту от врагов и различного зла, направленного на вас. Чтобы попросить ангела дать вам защиту, дождитесь полуночи, зажгите свечку. Далее, глядя на звездное небо, произнесите такие слова. «Ангел-хранитель, небесный заступник, тебя прошу, пошли мне свое благословение. От зла и колдовства темного защищай, своим крылом от неприятностей меня закрывай. Не дай врагу ко мне подойти, сохрани от беды на жизненном пути». Истина. Проговариваем 3 раза. Читайте эти слова от всего сердца, от всей души. Не думайте ни о чем, кроме произносимых слов и силы небесных защитников. Верьте в то, что их помощь рядом и с вами не случится ничего плохого.